наверное, десятки, сотни тысяч. Всего у нас, вот эти, 2 миллиона более 2 миллионов субъектов. И многие из них получают на другом уровне льготы. В том числе в сфере АПК. Компания, в сфере АПК. Кому так повезло, хотелось бы знать. Ну, список же большой. Список же большой. И аэрокомпания «Ладоган» в том числе мы думаем о власти. Посылала аэрокомпания «Ладоган». «Ладоган» сам хлопа. Посылала НДС «Тафарко». «Хайтро». Олар мысалы экспортқа шығаратын болса, өнімді НДС-ті 70%-ға дейін қайта қайтарады. Оны Почему? Пока не помню. На самом деле компании такие есть. А чем они заслужили? В основном это мелкие компании. Ничем заслужили. Если компания производит высокую добавленную стоимость, и она большее количество людей привлекает, и инвестиции привлекает, то уж этим компаниям помогает. Чем неэффективно, правильно же? Правильно же? Да. Вот, это такие компании. В том числе среди крупных компаний. В том числе среди